чемпионов в группе А. Киевская «Динамо» принимает на своем поле римский «Лацио». Ничего не нужно. И сегодня киевскому «Динамо» необходима победа, чтобы гарантировать решение всех вопросов. В момент мог продолжать сам дальше итальянский футболист. Подача в штрафную площадь. Здесь головой сыграет Сенсини. Пас назад. Пятка играет кто-то там. Это 20-й номер. Это, таким образом, был Дэян Станкович. Футболист очень техничный. Снова фланге, кожаную сферу. Здорово пропустил, не видел кто. И бьет 20-й номер снова. Это Станкович. По-моему, это был Манчини. И контратака. Гусин. Хорошо сыграл Гусин. Пол Дуркин. Да, Гусин в центре поля. Как будто взял себя продать репутацию плеймейкера. Непонятно, почему приписано ему российскими изданиями в канун матча Россия-Украина. Пантеро. Опасно. Далеко, но все равно опасно. Этот матч, повторяю, при всех поправках, что я буду называть разрешающим. И помню из тех, которые могут получить один удар, один отскок, один рикошет, одно касание. Идти вперед, кому было глупо, но мог сразу вертикализировать, отдать пас. Это опасный момент. Да, похоже, что Ребров чувствует себя сегодня человеком, который должен решить судьбу матча. И просто он бьет из любых позиций. Попал мяч в кого-то из футболистов Лацио. Будет интересно ему узнать, что за что из 521 игре. Так, ну что здесь? Пол тут не засчитывает, пол, кстати говоря, по-моему. Вот так. Дарио Маркалин тоже хочет играть в основном составе. Ну, наверное, он уже позволял значительно, вернее, не позволял значительно менее жесткие вещи, чем то, что показал штрафной Киеван Маркалин. Но это не важно, потому что в любом случае так играть нельзя. Вот опасный удар, бил поворотом снова Ребров. Гусин выиграл мяч, и в одно касание хорошо как бил Ребров. Ребров на ближней штанге. Подача на дальний, удар Гусина и гол! Да, не поздно. Посмотрим повтор. Вот подача на Гусина, вот удар. Здесь то ли помешали, то ли помогли друг другу Готтарди и Болотто. Совершенно не справляется. То ли итальянцы перестроились. В принципе, Готтарди игрок-то очень неплохой. Нет, тут здесь не было гола, конечно. Готтарди стоял на линии, мяч за его спиной не пролетел. А вот тут Ребров не попал. Подача. И снова выскакивал там Головко на сей раз подрезать мяч на ближнюю штангу. Дальний удар нанес Дмитрулин. Вот подача. Пропустил Головко. Ну! Калаза догнал мяч. Удар Мамедова. Подача. Еще одна. Забивайте, ребята! Что же вы делаете? Ему трудно найти адекватные слова. Блестяще сейчас сыграл Мамедов. А, понятно. Усик штрафной можно бить. Шавковский придержал так сейчас руки, потому что... Да, вот возвращаются итальянцы значительно быстрее, чем они возвращаются. Отобрали мяч. Удар. Очень разумно играл сейчас Диего Симеоне. Последний из встреч с Интером победить. И все правильно он делал, все верно, все технично. Как и ничего особенного сказано не было, да и что там особенного говорить. Вот опасный момент. Мамедов! Ну бей же! Ребров! Гусин! А Болотто все видел. И под ними действует диспетчер Валентин Викторович, номер 8. Главный тренер Лобановский, но Лобановского на матче нет, помню, он болеет. Руководитель команды на матче Алексей Микоченко, пожалуй, самый пока лучший шанс себя в этом матче. Ребров бьет выше ворот. Так задать было нельзя, такой у нас был полуускоренный повтор. Нет, вообще, конечно, спас был плохо. Сзади Гусин, как не широко расставлял ноги, не вытянул мяча. И вот, пожалуйста, вам. Нет, Шавковский спасает положение, Шавковский играет просто блестяще сейчас. Сыграл максимально быстро. Вот он очень правильно, Семен на него не смотрел, не мог смотреть. Важно было попасть ему по мячу. Шавковский успел, Гусин пошел по месту центра форда на наливание. Опасный момент, Болотто намертво берет мяч. С мячом сейчас Валентин Белькевич. Очень хороший пас, очень хороший пас. Нет, вот это Белькевич, он входит в штрафную площадь, ну бей же! Поторопился немножко сейчас Белькевич. Тянулся немножко. Слегка тянулся он за мячом. Конечно же, выше класса игрока украинского. Насколько быстры защитники. Насколько они моментально принимают и воплощают в жизнь эти решения. Избегают всякого ненужного риска. Но вот сейчас так топтался киевский защитник в своей собственной штрафной. У него даже мяч успели отобрать. Но разве это возможно вообразить? Ну, конечно, можно. Это будет грубая ошибка. И уникальный случай. В обороне Лацио. Даже без, скажем, Несты. Даже без... Рибор 0-0. Хороший пас. И сзади. И Шавковский снова занял правильную позицию.
что он играет в Киеве. Ну, сегодня так получилось, что Рурани мячится в ворота, но это эпизод. А вот по ходу всего матча, я думаю, один из лучших будет сегодня пить Динамо. Шацких! Косовский. Метровый, там Ребров добрался до мяча. И не может прибавить в последние минуты против класса. Не может. Между тем, у каждой шацких уходит, ищет простор, а простор только дальше от ворот. Удар. Не стремятся. Есть такой вариант современной игры, когда что в этом турнире, в общем-то, не было задачи обыгрывать соперника по сумме матча. Здесь нужно обыграть по сумме турнира. Данная ситуация с финальными свистками. Помните, в матче Бавария-Валенсия финальный свисток застал Клаудио Лопеса в момент выхода 1-1. В общем, это породило определенный теоретический. Ну что ж.